Ребят, один из методов прочистить балластную трубку реально работает. Вон сколько говнища вышло. Короче, по замерам в прошлом порту постоянно было 40 сантиметров. И ничего не могли поделать, откатывали. А у меня же драфт-сервей, я же грузил вот эти камни. В итоге так 40 сантиметров, как бы они и остались. Но я в ноль поставил, потому что по давлению показывает, что все у него откатано. Вот, а трубка эта... Вот, все, отключил. А трубка забита, вода стоит. И вот на старых судах данная проблема частенько возникает. Уже, кстати, не первую трубку так прочищаем. На корме Актерпика откачивали. У нас там вылетела вообще лента. Лента, да, мерительная. Когда-то оборвали ее. В общем, она там забита была. И вот давлением просто ее выкинуло, выбило. И сейчас, то есть, нормально замеры делаем. Так что вот вам лайфхак. Закатали центральный первый. У нас прессует вода. В общем, выгрузка достаточно быстрая у нас сейчас. Единственное, народ придется дергать на каждый грейд, заметать. Так что ночь сегодня у нас без сна. Короче, прикол какой. В общем, разбил я свой ориометр последний. У нас было их два. Предыдущий старпом, короче, разбомбил. Я пишу, где второе. Блин, отвечает мне, что я, говорит, разбил. Я говорю, блин, я тоже разбил. Короче, без ориометра. Сейчас стоим, думал, блин, суда какие-то рядом будут. Схожу, спрошу, короче, у старпома. Так, никого рядом нету, вон какие-то стоят тут баржи. В носовой части. Там вообще никого нету, на приколе. Вот, все суда, которые заходят, они на другой стороне. И, короче, фиг знает, что делать. Начал тут уже в интернете копаться, короче, плотность, чтобы в этом районе свиноустье найти. Ну, короче, взял что, в Балтику. 1.012 идет плотность. И, короче, сам попробовал, короче, эту воду, блин, из балласта, когда прессовать начали. Немножко чуть солоноватая, ну, короче, взял где-то так 1.005. Вот. В общем, в следующем тоже там надо будет драфт-сервей делать. Ну, сейчас в основном, видите, грузят как бы по счетчикам. Поэтому как бы так приблизительно можешь посчитать. Если что-то какой-то серьезный драфт-сервей, то обычно человек приходит на борт еще, да? Вот. И ты уже с ним вместе, да, считаешь, сравниваешь данные. Ну, у него, как правило, есть свой ориометр, да? Но если я приду туда с балластом, да, соответственно, мне главное не себе в минус, мне на лучшую плотность немножко побольше взять, посоленее воду, вот, иначе может быть не до счет, когда выгружу груз. Там еще со стороны, с другой, морские суда ходят. Так, курортный город. Население здесь небольшое, где-то 44 тысячи по подсчетам, да, в 2019 году. Река называется Свина, или, короче, Свинья, река Свинья. Вот. Нету возможности выйти в город. Сейчас все еще у нас, не у нас, а во всех европейских странах, карантин, как бы, да, изоляция. Морякам также запрещен выход в город. Радует одно то, что контракт более-менее короткий, и как бы не успеваешь, так, как скажем, с ума сойти, да? Как некоторые у нас товарищи на борту, которые уже по 10 месяцев сидят. Все, ребят, такие новости. Ставим лайк, пишем комментарии. Всем пока.